Имя финской фигуристки Сюзанны Пёкио хорошо известно в мире фигурного катания. В 2005 году в Турине на чемпионате Европы она блеснула, став серебряным призером, уступив только нашей Ирине Слуцкой. И до сих пор это достижение остается наивысшим достижением в ее карьере. И вот очередная медаль европейского чемпионата, на этот раз бронза, хотя сама фигуристка, я уверен, надеялась на большее. Бронзовый призер чемпионата Европы в женском одиночном катании. Финская фигуристка. С ней, как и с Кирой Корпи и Лаурой Олимписта, вся Финляндия связывает очень большие надежды на Олимпийских играх в Ванкувере.